Приветики, друзья, шкалбашки, меня зовут Лавиния, и сегодня я играю в игру, ребятушки, какая-то новая игра. Фееринки, это про мультик, ребятушки, ну что, давайте посмотрим, что это такое. Какого персонажа мне выбрать? Я хочу, пожалуй, Дрему, давайте ее выберем. Погнали, посмотрим, загрузочка, что там такое происходит. Вот она, Дрема, что тут у нее есть? Давайте посмотрим в одежду. У нее есть одежда, она стоит монетки. Понятно, понятно. В общем, такая красивая одежда, мне самой очень нравится. Ну а сейчас давайте выйдем с одежды и посмотрим, что еще есть. Тут есть какой-то магазинчик, понятненько. А теперь давайте зайдем в телефон. Что тут? Фотогалерея. Можно сделать галерею с ними. Дальше можно выбрать себе никнейм, понятненько. Ну что, а сейчас давайте попробуем полетать. О, летается. Так, нам показывают куда-то прилететь. Давайте посмотрим. Классная комната. В классной комнате фееринки учатся, общаются, узнают новости и вообще проводят больше всего времени. Здесь всегда есть чем заняться. Погнали, там что-то появилось. Заходи в модный конкурс. Какой-то модный конкурс, ребятушки. Ну что, полетели. Надо сделать свой никнейм. Я, ребятушки, сделала ник вот такой вот, отличненько. Ну что, полетели, что тут у нас есть? 245 монет. Ага, нужно купить для нее одежду. Хорошо, за 150 покупаем. А теперь надо ее раскрасить. Погнали, посмотрим, вот такая вот одежда. Мне очень даже нравится. Ну что, погнали раскрашивать, ребятушки. Так, тут есть разные фоны, понятненько, наблюдаем. Как вернуться в комнату? Ну, ладненько, смотрим. Как разукрасить одежду? Ага, нажимаем на саму одежду. И теперь нам нужно выбрать джинсики, ребятушки. Какого они будут цвета? Ну, я думаю, голубого, что ли. Или синенького. Да, лучше синенького. Дальше второе будет белое. Думаю, лучше. Хотя не лучше, будет черное. Дальше белое. Белое, ребятушки. И тут тоже белое, что ли. Дальше наблюдаем, что у нас дальше идет. Ну, получается, вот на все я выбрала цвет. Отлично. Теперь сама футболка. Футболочку я хочу красную, ребятушки. Дальше, что тут есть такое, что тут меняется? Ага, какие-то бусинки. Я хочу их сделать белыми. Вот, в общем, все бусинки будут белыми. Хотя это пусть будет зеленая. Отличненько. А теперь нам нужна обувь. Обувь я хочу сделать синенькую. Дальше вот такие вот носочки, что это? Дальше выбираем шнурки. Шнурки тоже беленькие хочу. Черную подошву, ребята. И теперь вот такой вот тоже белый. Вот такая вот красотка получилась. Ну что, что дальше? Вот, я все выбрала. Последний штрих. Дополни образ с улетной прической и фееричным мейкапом. Интересненько, давайте посмотрим. Загрузочка и выбираем ей прическу. О, ребят, вот эта прическа. Прикольненько. Так, мне говорят нажать на это. Ага, хорошо. Ребята, посмотрим, что выйдет. Мне вот прям уже интересно, зеленая. В общем, у нее будет разноцветная прическа, ребятушки. Дальше вот это. Интересно, если честно, мне понравилось. Дальше смотрим теперь какие-то украшения. Хорошо, покупаем. А куда их ставить? Я не поняла. Их же не видно. Ну, ладненько. Дальше наблюдаем. Разместить лук. Хорошо, разместить. Твой лук. Нажав эту кнопку, ты можешь быстро найти свой лук. Хорошо, спасибо, спасибо. Лайкни свой лук. Хорошо. Получается, я его лайкнула. 136 место. Дальше смотрим. Ага, нужно много лайков, чтобы твой лук что-то набрал. Ну, в общем, прикольненько, ребятушки, монет у меня нету. Ну, а сейчас давайте отсюда выйдем и посмотрим, что еще тут есть. С модным показом мы разобрались, а теперь что происходит у феи, ребята? Что они колдуют? И, ой, что это случилось? А, ребятушки, вы только посмотрите, все вещи стали, в общем... бесцветными, серыми, ребятушки. И что делать? А, знаете, там такое сердечко сделалось. Как мило то, что нам восстановить цвета. Ой-ой-ой, Фантик перепутал заклинание и в комнате пропал цвет.
Хорошо, полетели. Пройди уровень волшебных классиков. Погнали! Фейн нет, смотрим. Получается, это нам показывает, как учиться. Хорошо, хорошо. Договорились, нужно 6 звездочек и 6 каких-то конфеток, не знаю. Не напоминает чупа-чупс. Дальше смотрим. Где еще что можно выбрать? Я думаю, можно выбрать вот это. И что еще тут, в принципе, такое прикольное есть. Дальше наблюдаем. Вот так. Вот так покрутим. Звездочки у меня есть, в принципе, конфетки есть. Все, я сделала. Хорошенько. Они тут хотят доиграться, ребятушки. Ну ладно, а так держать феерично. Забрать, ребятушки, 5. Вот так вот. И теперь перекрашивается вот эта вот подушечка. Ну, в принципе, все остальное делается точно так же, и нам дают какой-то ключик. Но я хочу зайти в телефон и что-то показать, ребятушки. Вот, ребятушки, вот так вот происходит. И теперь я хочу сходить кому-то в домик. Я всегда хотела побывать у кого-то в домике из этого мультика. И тут у кого-то есть домик. Но я так понимаю, нас не пускают, потому что надо что-то сделать. Ну, интересно, а сундук этот что делает? Оп, встаем. Ну, погнали, раскрасим эту уточку. А, нет, сначала морковка. Хорошо, давайте пройдем. Фэй, нет, спасибо вам за информацию. То, что вот так вот делается какая-то другая конфетка. Делаю вот так. Получается, конфетки сделаны. Теперь... нужны 3 такие штучки. А, вот что это такое? Ставим, отлично. Вот таким вот образом еще делаем. Вот так. И еще одна такая конфетка. И получается, мы все сделали. Прикольненько. Мне понравилось. И вот такие вот какие-то конфетки, ребятушки, с полосками. Очень прикольные. Так держать, феерично. Забрать, фей нет. Получить и посмотрим, что произойдет с этой... морковкой, ребятушки. Забрать ключик. Теперь с этой уточкой надо что-то тоже делать. Поэтому давайте посмотрим, что с ней сыграем. В общем, сделаю уточку, ребятушки. Погнали, фейнет. Ага, а что такое? Хорошо, давайте сделаем такую прическу, ребятушки. Прическа топ. Вот, выходим. Угу. Получается, пройди уровень волшебных классиков, посети салон красоты, сделай... А, сделать фото? Да, это без проблем. Погнали, где у нас фоточка? Ребятушки, ну что, фотомодель, что сказать? Прикольненько, мне понравилось. Ну, все, все, в принципе, фоточку сделали. А теперь, ну, задание я выполнила или как, ребятушки? Что-то мне не хотят. Я посещу салон красоты. Давайте сделаем ей крутой макияж, ребят, красненький. Дальше, что еще тут есть? Тоже что-то красное. Я не очень разбираюсь в макияже. Ну, давайте посмотрим, что тут еще. Ребятушки, такие сережки, просто топ. А сейчас мы должны ей сделать вот такую вот фоточку. Сохранить. В общем, моя награда 5. Наконец-то мне дали мою награду. И пройти уровень надо. Погнали, Фейнет. Смотрим, давайте, давайте. А, вы мне показываете то, что какой-то пакетик можно сделать. Классно. И что? Что с этим пакетиком? Вот так вот делаем. И сразу много взрывается. Классненько. Дальше что еще есть? Вот так. И все, в принципе, я задание выполнила. Давайте, верните мне мои 5 штучек, мне надо уточку раскрасить. Отличненько, классненько, и так держать, фееричная победа. Забрать. И, в общем, уточка у нас тоже приобретает свой цвет, ребята. Ну, а пока уточка приобретает свой цвет, я забираю ключик. И хочу посмотреть, зайти кому-то в дом. Вот так весь тот домик уже не светит. Или светится, так не поняла. Вот так вот заходим. Это у нас домик бусинки. Добро пожаловать в мир красоты и моды. Заходим. В общем, вот я в самом ее домике. Он очень красивый. Изнутри бусинка вообще любит моду. Ну, а сейчас посмотрим, что это у нее за телефон. Потерянные лайки. Помоги бусинке найти потерянные лайки, и она поделится с тобой... килофеями. Прикольненько, погнали. Ну что, выбери сложность, ребятушки. Давайте выберем сложность легко для начала. Чтобы посмотреть, что это такое, найти 5 лайков.
Смотрим. О, мне подсказочку дали. Спасибо, спасибо. Давай, крутись. Вот так вот. Собираем первый лайк. Давай. Это Лавиня пытается собрать лайк себе. Вот давай, Лавиня, вставай. Отлично, получилось. Дальше еще лайки. Где еще лайк? Вон там спрятался. И остался еще один, ребята. Где он может прятаться? Вон там. И так держать. Фееричная победа. Мне дали одну монетку. Прикольненько, мне понравилось. Ну, вот что у меня получилось. Давайте еще погуляем по ее домику. Прикольненько, мне нравится. У нее есть шкафчик. Модный салон здесь... О, у нее здесь модный салон прячется. Салон красоты. А, это все салон красоты. Понятно, в общем. Модница, ребятушки. Ну, мне понравилось. А сейчас погнали, пойдем в классную комнату. Уи, полетели. Идем вот сюда, в классную комнату. И что здесь? Фейнет. Добро пожаловать на просторы Фейнета. Здесь тебя ждут самые свежие фейские новости, видео, мемы, феерический гороскоп и все-все-все, что тебе хотелось бы узнать о жизни в феере. Интересно, давайте посмотрим на это, что вообще тут происходит. Опа, фейский кинотеатр, серии, ребятушки, серии мультиков. Давайте посмотрим, тут есть фандом, ребятушки, смотрим всякие разные рисуночки людей. Ну что, ребятушки, вот такой вот красивый домик у бусинки, мне он очень понравился. А сейчас ставьте лайкусик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока, уи!